погодка. Это мы сейчас переходим с Tobago Cays на Бекию. И нас вот такая серая неприятность застала по пути. Она не серая, не обманывай людей. А какая? Она солнечная. А, это солнечная. Плохая погода, солнечная. И вот тут такие огромные капли мочат по океану. Немножко по нам. Да, немножко по нам. Но зато помоем вот эту грязную палубу. Видно даже границу. Вот эта граница спереди. Это как раз вот где туча и солнце светит. Парус наш себя там печально чувствует. Я его просто подтянул, потому что он сейчас тут все равно не работает. А эта туча влияет. Сейчас вот пройдем немножко, и он восстановится. Я думаю, что вот это вот здесь розовое, мы через радугу как раз и шли. После дождя вышла радуга красивая. Острова даже стало видно опять. Но что он делает, непонятно. Идет прямо на нас. Зачем он поворачивает? Смотри, он конкретно поворачивает на нас. Ой, да. Я с ним только что поговорил по радио. Он говорит, я ложусь в дрифт, поэтому proceed your course, don't worry. Типа просто лег в дрифт, вот и все. С этой стороны у нас прекраснейший остров. Мы подходим к Бекии. А вот нас сзади обгоняет паром. Еще несколько слов о том, как выглядит яхтинг вне сезон. Сейчас мы заходим в Admiralty Bay. Совершенно нету яхт. Стоит несколько штук. Когда мы раньше сюда заходили с ребятами, был уже не сезон. И мы стояли там четвертым рядом или каким. А сейчас вообще никого. Совершенно пустая бухта. Становись, где хочу. Делай, что хочу. Уже почти подъехали прямо к берегу. Очень близко. Так, что делаем? Задний ход и проверка. Так. Вот на таких оборотах лодка полностью не двигается. Итого, место, которое у нас здесь, отмечаем его рюмочкой. И все, встали. Отключение двигателя. И все. Да, людей здесь еще меньше, чем было тогда.
проходить. Один новый день, мы стоим в новом месте. То есть сейчас вот Бекия, Бекия утро, значит пора выходить. 6 утра. 6 утра. Сейчас вынимаем якорь и начинаем передвигаться дальше либо на Сан-Винсент, либо на Мартиник прямым ходом. Ну, посмотрим. Красиво вот солнышко встает. Превентер снимаем. Так, ну что, ап. Якорь в песке. Ну, вот, собственно, и все. Ну что, газуешь? Ну, по чуть-чуть. Походим по центру. Да, да. Можно туда даже чуть правее. Там безопасно. Там безопасно, можно правее. Можно этого с поноса обходить? Да, справа туда. По носу? Да, да, да. Тут тем временем меня Сережа выгоняет. Ставит парус. Проходим мимо Сан-Винсента. Здесь, если мы посмотрим на общую карту, вот Сан-Винсент, Сант-Люша и сверху Мартиник, собственно, куда мы сейчас и идем. Так, вот островок, вы его видите, а вот то, как он выглядит вживую. Немножко подраздуло, появились облачка, и у нас, как назло, сломался автопилот. Вернее, как, он перегревается, но лучший автопилот тот, который не потребляет электроэнергии, да, Диночка? Да, накачай. У нас неизменно рулит. Переменно. Короче, вот эти два питона Санта-Люции, Сант-Люша, как она здесь называется, две большие горы, у них даже пиво называется питон, каждая из этих гор питон, такой зеленый остров, мимо которого мы сейчас проходим, нам нужно дойти до мыса и повернуть чуть-чуть правее, и до Мартиник будет около 25, наверное, миль уже останется, пока нам еще 40. Доброе утро, друзья! New day, new way! Итак, вчера ночью мы решили остановиться на Сант-Люше, потому что течение, которое было вдоль Санта-Люсии, давало нам идти со скоростью 2,5 узла, и наш тур, у которого этап был где-то около часа ночи, затянулся часа на 4, и мне всю ночь очень идти не захотелось. Кстати, а рулить? У нас сломался автопилот, вернее как, он не сломался, а... Он стал вылетать. Да, электрический клатч, который находится на самой трубе автопилота, перегревается, то есть ему будет дорога в ремонт. Но для дневных переходов это совершенно не страшно, потому что можно порулить, вдвоем мы себе это прекрасно делали. А сейчас просто немного вида Сант-Люши. Это их основной здесь яхтинг. Здесь большая марина, называется Родни Бэй. Сейчас мы здесь и стоим. Но, думаю, на этом наша стоянка здесь и ограничивается. Итак, выходим на Мартиник.
до которой нам идти 20 там с копеечками миль. Я сейчас запущу прибор и посмотрю точно. Готовимся и погнали. Входим. И здесь видно такой большой свел. Сейчас попробую, может быть, с этой стороны вот его видно. Такие огромные волны. Они не очень высокие, но очень длинные. Сейчас заходим на Мартынику, и вот я не знаю, если видно на видео, очень много на входе лимаран и сентан, уйков рыболовецких. То есть это они ловят, скорее всего, там, наверное, краболовки какие-то, лобстера по всей акватории вообще. То есть если ночью заходишь, шанс велик намотать что-то такое. Их прямо россыпи. Вот, когда ты уже думал, что все прошел, появляется еще новая гряда. Их издалека не видно, а в темное время суток не видно и тем более. Это по две такие пластиковые бутылки привязанные. Ну, тут глубина метров 6, 7, 5, 4. Девочка, поздравляю, ты стала на якорь. Мы стоим в Сант-Анне. Здесь лодок нету вообще, если сравнить с тем. Смотрите, как все жиденько стоят. Вообще халява. Ну все, погнали, вынимаем. Впереди заходит яхта. Вот это проход уже в канал Ля Марана. И, собственно, туда мы сейчас и направляем. Ну что, далее нужно подготовить фендеры. Сейчас мы берем их и вяжем на борта. Фендеры вяжутся вот обычным, как он у нас называется, выблиночный. Высота их мы вяжем высоко, потому что, скорее всего, нас поставят рядом с другой яхтой, и чтобы мы просто бортами не бились. Но если нас поставят alongside, то есть мы будем стоять возле пирса, тогда их нужно будет опустить вниз, потому что пирсы здесь фингер-понтоны. Из-за того, что есть приливы и отливы, и они находятся внизу, нужно будет его опустить. Вот мы сейчас чуть-чуть поворачиваем правее, потому что вот идет канал. Так, вот мы его пускаем порт, а вот там левее дальше красный, он будет у нас оставаться старборд, потому что, напоминаю, здесь латеральная система B, то есть зеленый слева, красный справа. Сегодня конкретная задача завести, с утра пораньше завести нас такие в марину и поставить. Да, тут все не просто, потому что тут есть гнили. Марина Лимаран, стрелинг коуч, шоу коллеги, дюрити, оба. We are approaching and will be entering at your place in 15 minutes. Can you assist us? Okay, we are coming to the petrol station and we'll talk to you later. Over. Ну, все отлично, видишь, они нас ждут, мы о себе заявили. Вот там латеральные буи, видите, зеленый и два красных, и выходит лодочка, то есть лодочку нужно пропустить будет портсайд. А с правой стороны это все стоянка на буях в Лямаране. То есть тут это тоже часть марины, но можно стоять на буях, можно становиться в марину, но нам нужна марина, потому что там вся инфраструктура, которую мы хотим воспользоваться, типа там электричество, воды, помыть лодку и все в таком духе. И, естественно, у нас новый сезон, новый флажок. Марина Лимаран, Марина Лимаран, цели код, пушу колени, дюрити, оба.
We are just at the petrol station waiting for your assistance. Over. Ну, то есть вот он сказал, что сейчас I come. Но ты учти, что они же французы, они не очень хорошо говорят по-английски, поэтому, ну, тут как ну, получается. Я понял. Я ну, конечно, я конечно. Я поняла, что он меня понял. Это тот редкий случай. Лайны заведены, а теперь носовой. Что ничего, ты ее не отключай, только он вяжет сейчас швартовый на булинь, на буй, и мы его натягиваем к себе и нос заводим вот туда. Завели, это наша веревка длинная позволяет вот сделать так. А теперь идем открываем платформу и настраиваем все и вся. Самое первое, мы подключаем доместик, то есть вот у нас доместик находится здесь. Здесь вот видите, есть один с крючком и вот один, вот, который с крючком. То есть его нужно, грубо говоря, совместить. Вот совместить, провернуть и закрутить колечко. А далее просто подключить в тумбу другую сторону, и все должно работать. Так, все, мы подключены. Это сейчас я приведу в порядок. Видно, лампочка горит шор. То есть мы вот опускаем такой ползунок, отключаем береговую лодку, опускаем ползунок и включаем берег. Все, вот у нас показывает 235 вольт напряжение, он 233. Короче, вот это вот напряжение, которое у нас в сети. А сейчас мы подключим кондиционер, и здесь загорится точно такая же история. Но для этого нужно сделать небольшие манипуляции. Так, еще приколом всех Марин является то, что все краны идут без вот этих вот насадочек. То есть эти насадки нужно возить с собой. Здесь 3/4 дюйма. Вот, все, проверяем, идет. Отлично, теперь это обжимаем и сюда надеваем шланг и заправляем лодку. Руль затяжка, и на руль одеваем вот такие вот чехлы беленькие, которые у нас защищают руль от солнца. Хотя нет, наверное, мы ее сначала помоем, а потом оденем чехлы. Ну вот, друзья, мы и зашли в Марину Ле Маран, подключили воду, подключили электричество, и это, в принципе, вся процедура, которая обычно при заходе в Марину совершается. Далее нужно пойти будет в Марину и оформиться, но мы этого делать не будем по той простой причине, что мы здесь уже не первый раз, нам верят на слово, и мы можем оформиться, просто подойдя в самом конце и оплатя наши места. Поэтому, собственно, все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, и до встречи в следующей серии, которая будет уже через несколько дней. Диночка, ты сделала это, ты молодец. Да. Да. Все, счастливо, до встречи. Мы выпьем пиваса местного. Да? Лихаем. Можешь себе позволить.